Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Особенный день волшебства. Сегодня ваша жизнь изменится к лучшему. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступает особенное время, способное изменить вашу жизнь в лучшую сторону. По ведическому календарю 3 декабря празднуется Макшада и Кандаши, когда каждый человек получит возможность избавиться от негативной кармы. Не пропустите этот чудесный день, и его волшебная энергетика позволит вам получить подарки от судьбы. Название праздника происходит от слова «мокша», переводящего с санскрита как «освобождение». Этот день помогает вам освободиться от последствий совершенных ранее негативных поступков, очистить карму и помочь умершим близким избежать мук, которые ждут в ином мире всех, кто не освободился от негатива. Более того, веды сообщают, что все соблюдающие этот день Экадаши получают от высших сил всевозможные блага. Сила этого дня сравнима с возможностями легендарного магического камня Чинтамани, исполняющего любые желания и дарующего все, что пожелает владелец. В ведической культуре Экадаши имеет особое значение. Всем, кто соблюдает аскезы, прощаются совершенные на протяжении жизни грехи, происходит очищение кармы от проступков, дается освобождение душам тех родственников, которые ушли в иной мир. Более того, ваши живущие близкие также получают часть божественной милости, избавляются от кармических последствий, совершенных ранее при грешении. В каждой культуре особое внимание уделяется предкам, основателям рода. Мы молимся об их душах и отпущении грехов. Вспоминаем добрыми словами. Сегодня каждый из нас получает возможность сделать настоящий бесценный подарок всем близким, покинувшим этот мир, помочь им достичь божественной обители, поделиться своей любовью. А для этого впустите в свое сердце свет и следуйте дорогой добра. Сегодня уделите больше времени духовным практикам, общайтесь со своими духовными учителями, если это возможно, слушайте лекции. Как и в остальные Экадаши, сегодня следует совершать пожертвования и другие добрые дела. Однако помните о том, что делать это лучше адресно, стараясь, чтобы ваши дары пошли на пользу людям. Накормите бездомных, поделитесь одеждой, обувью, сделайте полезный подарок. Будьте особенно внимательны, если захотите помочь финансово, убедитесь, что ваши деньги будут направлены во благо. Кроме того, поддерживайте окружающих добрыми словами, молитвами, предоставляйте полезную информацию. Сегодняшний день самый благоприятный и волшебный, позволяющий избавиться от всех грехов и после завершения жизненного пути войти в обитель Господа. Однако это не все особенности этого удивительного времени. Делая сегодня добрые дела, вы сумеете избавиться от тревог, переживаний, оставите позади неуверенность, а ваша жизнь будет наполнена радостью. Используйте этот день себе во благо, и пусть он принесет вам счастье и настоящие добрые чудеса.